Предлагаю еще один рецепт приготовления баклажанной икры. Она не менее вкусная, чем приготовленная печеных или вареных баклажанов. Попробуйте. Баклажанная икра – отличная овощная закуска. В меру острая, полезная и вкусная. Любители острых блюд могут добавить горький перец. Ароматную икру подавайте с кусочком свежего хлеба, гренками, тостами. Это хорошее начало любой трапезы. Одну крупную луковицу и морковь очистите, помойте. Лук нарежьте произвольно, а морковь натрите на терке. Выложите в сковороду. Баклажаны помойте, очистите и нарежьте кубиками. Добавьте в сковороду к моркови и луку. Помидоры измельчите любым способом и добавьте к остальным овощам. Налейте подсолнечное масло, добавьте соль и сахар. Накройте сковороду крышкой и жарьте икру на среднем огне, часто перемешивая, до готовности всех овощей 30-40 минут. После добавьте чеснок. Я его натерла на терке, но можно выложить кусочками. Взбейте овощи блендером до однородной консистенции. Жареная баклажанная икра готова.